Приветствую вас, я рекомендовал бы вам на самом деле в большей степени заботиться не о своей личности, значит, которая, в общем, довольно сложное понятие, да, и его я бы на вашем месте, опять же, так бы не употреблял бы, как вы это делаете. Вот. Ну, просто потому, что личность нельзя сформировать, понимаете? Личность — это кое-что другое совсем. Вот. Я рекомендовал бы вам заняться делом. Я рекомендовал бы вам заняться интересными вещами, которые интересуют, волнуют, которые, значит, являются важными, ценными, собственно, именно для вас. Вот это, пожалуй, и является тем, что вам нужно делать. Вот. То есть, если у вас имеет место быть любимое дело, если вы знаете, куда приложить свою энергию, свои силы, вот, и так далее, то вот в таком случае, я думаю, что проблем у вас вообще не будет, потому что самое главное, что у вас есть, уже в наличии. А самое главное, это, как я уже сказал, это вот как раз энергия и цель в жизни. Вот. То есть здесь момент включается именно вот в данной истории. Здесь момент включается именно в данной ситуации. Вот. То есть именно эту данную ситуацию нужно разбирать с вами. Есть ли у вас цель, нету цели? Ну, очевидно, что вы стеснительны, очевидно, что вы не уверены в себе, да, и так далее. Вот. Это да. Это так. Совершенно очевидно. И все это, конечно, идет из, с одной стороны, значит, подавление вас, несвободе, ну, вашей несвободе, связанное именно с тем, что важно и ценно именно для вас. Вот. То есть, на мой взгляд, вот речь идет именно об этом. Именно об этом идет речь. Вот. И до тех пор, пока вы будете следовать вот этому вот пути, жизненному сценарию без успеха, да, то есть не добиться успеха, вот вы сейчас, по сути, двигайтесь по пути кардинального недостижения успеха в своей жизни, вот прямо кардинального, потому что общения у вас нет, да, и, собственно, неуверенны в себе и так далее. Вот. Все это, конечно, не может не оказывать на вас давление, значит, влияние и так далее. Вот. Но все это, в принципе, вполне можно разрешить. Все это, в принципе,
вполне можно поправить, было бы у вас желание работать над собой. И, но здесь, к сожалению, без помощи психолога не обойтись. Сначала я должен понять, что именно у вас происходило, да, то есть по какой причине вы вообще вот ведете себя, ну вот так, да, то есть по какой причине вы не сближаетесь со своими ровесниками, по какой причине они вам не интересны, вот откуда у вас такое завышенное немного самомнение, да, вот, и прочее. Вот, на мой взгляд, это очень важно. Вот, если мы хотим понять, значит, что же все-таки с вами происходит. Вот. Значит, вот это то, о чем вам сейчас нужно думать. Это то, о чем вам, на что вам сейчас нужно обращать самое пристальное внимание. Вот. Что касается личности, то у вас здесь и, собственно, дух присутствует, у вас здесь присутствуют какие-то такие вот религиозные, ну не религиозные много, но такие ненаучные понятия, да, то есть личность, ненаучные понятия, вот. С чего вы решили, что, значит, личность должна сформироваться в 19 лет. Вот с чего вы решили? Откуда такое, знаете, стремление к тому, чтобы это произошло? Вот откуда у вас это? На самом деле личность человека, в том понимании, в каком вы употребляете, формируется на самом деле до 30 лет. То есть у вас по факту, да, еще больше 10 лет. Вот. Только она не формируется сама по себе, понимаете? То есть это нехорошее настроение как таковое. Это скорее определенное поведение, определенные поступки, определенные действия. Вот так. Я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Значит, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Вот. Вот вы пишете, что у вас в одиночестве проходила вся школьная пора. А по какой причине вам становилось неинтересно общаться и снова абстрагироваться от людей? Потому что были не приспособлены с ними взаимодействовать, и абстрагирование есть, по сути, защита, как и отсутствие интереса. Это защита. Защита от того, чтобы, ну вот, делать то, что нужно. Налаживать связи, контакты и так далее. Вот этого нет. Потому что от вас что-то требовали. Либо сбивали, либо наоборот завышенные требования. Вот. Но с этим еще раз повторю, нужно разбираться. Личностный рост, о котором вы говорите, лучше проводить все-таки под руководством специалиста, а не самостоятельно. Экономичнее, быстрее будет. На этом все. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.